Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проводить игру под названием Пятница 13-е. Убийственный пазл. Поехали. И у нас Нью-Йорчик. И у нас новый Джейсон. Похоже на Джейсона рабочего. А ну-ка, сними маску. А он похож, в принципе. Они ничем, да, не отличаются лицом. Просто здесь уже как зомби. Ладно, поехали. Ну, пускай этот отправляется на круиз на Хрустальное озеро. Очень быстрый текст. Короче, все отправляются на Хрустальное озеро. Свободное посещение или что там? Телефонные звонки отвлекают мерзких людишек. Позвони им. Опа. Окей. А что это у меня за рука такая костлявая? А, море крови. Ча-ча. Корабль двигается. У меня ведь жуткая морская болезнь, знаешь ли? Ага, мне нужно позвонить. Ну это такой простецкий. Так, полные штаны страхом. Так, тут телефонов нету. Когда мы будем в Нью-Йорке, кажется, мы плаваем уже целую вечность. Когда мы будем в Нью-Йорке, мы уже плаваем вечность. Так, ладно. Убить его или нет? А, не, его лучше... Хотя... Не, его лучше не убивать. Хотя... Не, не убивать. Или... Я, кажется, неправильно сделал. Да-да-да-да-да, тихо. Где я ее испугал? Вот здесь, во-во-во. Сейчас все сделаем правильно. Последнее убийство. Получай по лицу. Так, знаете, жуткий такой фейспам на все лицо. Идеальное убийство. Мы еще не на месте. Так, но у меня здесь только единственный ход, это так. Так, так. Ах ты ж, ё-моё. Перезапуск. Если что, я уже понял, как немножко сделать. Вперед. Сюда. Так. Минус. Минус. Давай, давай, Джейсон. Пошли, пошли. Джейсон, техник. Давай, новую шмотку. Ну. Давай, хорошую шмотку. Давай, золото, золотую, ну. Я еще золотую не получал. И тут кофейник. Да, будем убивать кофейником. Напряжение растет. О, это Нью-Йорк? Странный запашок. Или это от тебя, Джейсон? Это кофе. Блин, вот нужно было, знаете что... Походу, золотое оружие только впадает в DLC. Почему-то мне так кажется. Mm.
Давай убей его кофейником. Да, с разбега в лицо. Да, даже так. Пробей, да. Кофейником. Я понял. Трущобу. Джейсон, не делай кошке больно. Я знаю, ты у меня очень добрый мальчик. Да, мама. Так, Секира. А можно взять же перенес. А, у меня тогда. А если ее. О, не, у меня есть ключ. Раз. У меня есть повторяющая одна вещь, да? Ладно. Котя. Значит, нужно сделать так, чтобы котя не свернуть. Это будет посложнее, потому что нужно смотреть, чтобы их не убить. 100 убийств. 100 жертв, 100 убийств. Уличный хиппи. Так это и есть Нью-Йорк. Совсем не впечатляет. Нет, мама. Ах ты ж ёбаный котяха. Ай-яй-яй. Так. Раз. Это полиция. Стойте на месте, поднимите руки. Кричит нам полицейский. А что же нам тогда делать? Ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Нет, 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 нет. Убить ее это будет самым простецким, мне кажется. Хотя. Слишком лишних ходов много. Значит. Раз. Два. 3, 4. Подожди, раз, два, 3, 4, 5. Тогда как? Поверху пойти? Лишние шашки делаю. Правильный способ это сюда, отсюда начать. 3, 1, 2, 3. Мне же еще нужно будет как-то до крестика дойти. Ну, по телефону это точно нужно юзать. Фу, ё-моё. Так, ладно, попробуем другим способом. Если я начну с... А, это глупо будет. Мин, так, раз, два, три, четыре, пять. Изи. Смотрите. Оу. Немного просчитался.
Немножко просчитался. Нужно позвонить. А. 5, да? Раз, два, три, четыре. Идеально. Раз, два. Идеально, идеально, идеально. Фух. Спасите кошек. Джейсон, главное не убей кошек. Так, окей. Хорошо. Мне нужно загнать. Вот черт. Ага, и я тогда в ловушке, да? По-любому зацеплю. Можно было кошку не пугать. Блин, слишком мозг ломится. Ладно, я напугал. Раз. Два. Ай-яй-яй-яй-яй, а что далее? Ладно, давайте начнем. Черт. А. Все. А я тогда кошку спугиваю. Как оно? Блин, вот нужно копа было оставить. Все, я понял. Это просто все. Смотрите, пугаем девку. Раз. Кошку испугали. Девка бежит сюда. Спугиваем ее. Теперь нам главное вот эту испугать. Тихо. Так. И готово. Оп. Оп. Убийство. Фух. Ну пожалуйста, дай мне золотую шмотку. Давай, давай, коробочка. Золото. Фонарик. Резня среди белого дня. Дрынь-дрынь. Дрынь-дрынь. Минус. Так. Допустим. Если я уроню,
Хорошо, допустим. Мне нужно его спугнуть. И какой был смысл? Ну и он хоть так умирает. Так. Хотел сказать, что тут легче парень на репы. А потом понял, что это не так. Мейхер. Черт. Мне нужно, получается, сделать так, чтобы это стоял на месте. То есть телефон нельзя этот вообще трогать. Холодильник. Мне нужно уронить холодильник. Ну хотя бы с фонарем сделали анимацию нормально. Тупой холодильник. И все, я в ловушке, да? А как я вообще на ту сторону въехал? Допустим. Фух, хотел чихнуть, но не чихнул. Только так, да? Но убийство там 100 пудов будет. Ладно, пропущу. Одевай это. Тихо, тихо, тихо. Вот, все правильно. А, я тогда звоню в звонок. Хорошо, допустим. Я позвоню сначала. Этому нельзя звонить. Я в ловушке. Так. Оно ж мне ничего не дает. То, что я вот эту херь передвину. Хотя... да не. Тихо-тихо-тихо назад. Не ту нажал. Смотрите. Оп. Ай, все неправильно. Нужно было сначала тому позвонить. В очках. Так. Теперь этому позвонить. Сброшу шкаф. Прыгну на ячейку вперед, вниз. И тогда сюда смог прийти. А теперь как с этим разобраться? Так, чтобы он не убежал. Так, он сюда перебежит. И я его только убить придется. Здесь только и тоже я только убиваю. Окей. Джейсон. Мне звонить нельзя. Сейчас могу перевернуть? Нет.
Посмотрим. Да, чем тебе помочь, солнышко? Давай. Показывай. Так, сначала это вызываю. Пугаю. Оу. Ясненько. Так. Горло перерезаю фонариком. Чик. Можешь теперь посветить путь. Нью-Йоркский кошмар. Постоянно оглядываюсь, потому что у меня там же висят обычные часы. Но я их же снял. Так, 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 так. Пип. Пип. Убийство. Убийство. Ура. И все. Значит, мне нужно как-то проскочить между ними. Вот так. Позвонить и этому. Нет, сначала этому позвоню. Потом этому. Фу, здесь более такое простецкое. Это было попроще, чем то. Родная гавань. Думаю, мы все посмотрели, Джейсон. Вернемся на корабль. Так. У нас только два варианта, куда можно побежать. Раз, так. Убил, вниз, 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 убил. Напугал. Так, можно его сюда? Или ее сюда? А ну-ка. Да, не то. Так. Так, 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 так. Его так я напугаю. Ай-яй-яй. И считай... О. Ладно. Значит, это я... немножко тупанул с этим... пространством. Прогулка по... гавани. А, по палубе. Надеюсь, мы плывем в теплое место. И я. И я так думаю. Так, кошку трогать нельзя, но кошка может упасть. Значит, мы делаем в первую очередь. Я неправильно сделал, я хотел в другую сторону, в эту. Так, раз. Так, минус. Так, это тогда не подойдет к телефону. А смысл, если он тогда не сможет подойти к телефону? Я в ловушке. Раздавлю я, то раздавлю. А как я вот... Хотя, ну... Ага. А вот Ван Пёсон я не могу убить. Так, окей. Пробуем иначе. Кошку нельзя трогать.
Блин, а только такой вариант. Как вариант, можно ее напугать. И это будет правильным. Я думаю. Раз. Два. Три. Так, тихо. Все. Все, 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 все. И... Котя, ну беги отсюда. Черт. Придется еще больше думать. Так, закрываю. Раз. Два. Тихо-тихо, а если обратно? А, значит, я просто отсюда не выхожу. Или ухожу? Блин, а ну-ка, нужно попытаться без шкафа. Так. Ага. А если я позвоню... Ну, блин, а смысл? Нужно сначала было убить, потом сюда, вниз. Пугаю. Нет, тихо. Звоню. Так. Роняю. Так. И последнего я не знаю, как убивать. Потому что кошка мешает. А от стенки вообще больше никак не отодвинешься. Последний раз пытаюсь. Если сначала уроню ящик, я ничего не смогу здесь сделать больше. Я только смогу так ходить. И все. Если я спугну, это правильнее будет. Либо. А нет, без либо. Не, можно уронить ящик. А ну-ка. Напугать ее. Он не услышит. Так. Она он все равно не услышит. Так, я в западне, да?
Так, до того момента, как я уронил ящик. Блин, нет. Не вариант. Ладно. Припоследний. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Норка, чтоб не убежала туда кошка. Та-та-та. Мне кажется, немного неправильно сделали. Ладно. Поехали. Да-да. Так, сейчас я покажу тебе решение загадки и смотри в оба. Угу. Ну, я так же делал, хорошо. Оу. О. Окей, я даже такого не подумал бы. Окей, ладно. Черт. Стопэ. Он побежал, оно побежал вниз. Final person. И здесь я должен был убить. Почему у меня кошка не убегает? Я понять не могу. Типа кошка боится звонка. Йо. А я то думаю, в чем проблема? А мне никто не сказал, что кошки боятся звонков. Тогда все просто. Буду знать. Буду знать, буду знать. Изи. Изи, изи, давай, давай. Шмотку, шмотку. Раз, два, и... Золотой, пожалуйста. Подсвечник. Бардак на корабле. Это последний уровень. Мы плаваем в Нью-Йорке, но все время проторчали на этом дурацком корабле. Так, звонок, ну звонок кому? Я понял. Главное не юзать мобильник. Первым делом, окей, я напугал ее, да? Нет, первым делом нужно эту тёлку убить сверху. Ага. И тут я тоже в дерьме. Ладно, тогда будем делать, как я тогда сделал. Пугаем кошку. О, а почему? А, точно. Смотрите-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так.
Чел, побеги, пожалуйста, в ту сторону. Черт, ладно. Я в звонок даже позвонить уже, да, не могу. А, не могу. Вот так. Теперь раз. Светильничком. Два. Угу. Обхожу, допустим. И вс... А я мобильник трогаю. Я мобильник трогаю. Блин, подожди. Так, значит, изначально мне нужно было сначала напугать того типчика, а вот теперь убить ее, напугать его. Проверка. Все, вернемся. Зайти сюда. Готово. Капитан пошел ко дну со своим кораблем. Без корабля. Ну, с частью корабля, можно сказать даже. И все, мы закончили Нью-Йорк. И у нас последняя надежда, и это пляж бикини и кровь. Ну, а это мы увидим в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.